Лёх, а ты на скидку сможешь вот назвать там с десяток групп, которые играли в городе Железногорске? Ну, местные. Ну, естественно, Желика все. Десяток? Ну, хотя бы десяток. Ну, я думаю, что назову. Ну, назови. Ну, Монолит, Дасгуд, Нитро, Кома. Эти, Дисторшн. Ага. Что еще там? Какие группы? Йогурт. Ага. Анадомини. Ага. Они ж не Железногорск. Один чувак. Изначально да. Железногорская группа. Ага. Диплоид. Угу. ДПС. Ага. Натиск, не забудь. Натиск, да. Так там еще Натиск, и там помимо Натиска еще 50 групп у него было. Ну да, там так. Ну и короче, там еще можно еще пальцы загинать, группы называют. Групп валом было в свое время. У Натиска там 3 проекта, да. У него там 3 собаки, блин, потом. Этот 46-й регион. У меня диск есть до сих пор, болванка дома. Дейнхайер. Потом Дейнхайер, да. А сейчас у него Дрон Кун, по-моему, да. Он мне последний трек присылал, довольно-таки качественный, очень качественный. Ну, короче, Костян, вообще, он сильно замороченный. Да, значит, это да. Он вообще по жизни замороченный. Не то, что там в музыке, а по жизни замороченный. Ну, вот они это единственный чувак, который в те годы играл дома, репетировал. Я в него как-то приходил. Я на лавке, сидя на лавке возле подъезда, слушал, что они играют. Если поднимался к нему под дверь, это считай, что я вот нахожусь, ну, не знаю, на реп-базе. И иной раз мне доводилось там, что мне разрешали домой зайти на репу. Я заходил с его мамкой на кухню, так сидел. У него матушка порядочная. А ей нравится это. Ну да. А там 4 типа трэш-метал рубят, хардкор, они там тоже очень... Пусть очень мальчик дома занимается, постоянно трансформировались. Лишь бы на улице не курил. Как-то так. Представляешь, Лёха, один раз, когда у нас была группа Кома, мы там заявку подали. Помнишь, такой был фестиваль в ДК «Строителя»? Памяти почитали. Да, помню. Потом его пришла новая директриса и Кореш почитали. Переименовала, короче, всю эту басню, так как она была новая. Она назвала. Она говорит: ну что мы все время этому почитали, мы делаем фестивали. Давайте по-другому. И назвала такая. И назвала этот фестиваль, и в нашу гавань заплывали корабли. Очень такое название. Мы очень такие все в шоке. Вот это да. И представляешь, и мы подаем заявки туда, ну там опять же сидит, короче, очень смешная редакция, которая там, я не знаю, то ли выдумывает, то ли вообще вот одним глазом давай пьяным смотрит на это все. Короче, когда мы играем, представляешь, Лех, ну типа смотрим в списках, кто за кем играет, там стоит не группа Кома, там написано группа Кожа. Поэтому у тебя татуха Боже. Группа Кожа. Мы такие охреневшие, блин. Потом такие, бля, слушай, название крутое. Кожа. Я представляю, это мажали. Группа Кожа. Такие все сразу представили себя, блядь, Джудас Пристами. Такие, группа Кожа. Шипастые, с вырезами такие, с кружами. Группа Кожа. Блядь, ржали долго, конечно. Не, ну потом, конечно, пошли, сказали, здесь не Кожа, здесь Кома, я должна играть. А это вообще угар. Ай, вообще похрен, да какая разница. Типа такие вокально-инструментальный ансамбль у них там был, серьезный. Мужики, выпивающие серьезно. Блин, а вы в подвале вообще играли, под квартирами там играли в подвале. Ну не то, что играли, там просто... Там, если бы человек был здравый с камерой в то время, там можно такую снять киносагу. Да. В то время был там просто проходной двор, музыка постоянно, и вечно пьяные вот эти люди здравые, все здравые. Представляешь, у меня там же вечно к нам на вот базу... А что сейчас засыпали его? Не, ничего, так стоит, ну закрыто. Слушай, там же к нам постоянно приходили какие-то, ну, люди, которые у нас на районе там тусовались, они как выпьют, куда им идти? Ну, туда, подвал. Где? Подвал. Да. Там музыка, там нормальные чуваки, там можно причкнуться не на улице. Там приходили люди, они вот, мы репетируем, блин, а им охота принять участие как-то в этом деле. Им всегда давалась губная гармошка. Да, или бубен. У нас бубен на базе дается. Один парень играл, он вообще, я смотрю, ну, бухой.
Он в нее не дует, он просто по зубам ее, он порвал себе рот ей, короче, я смотрю, у него здесь кровь потекла, а он бугар. Он знает, где он.